12 человек утонули в этом купальном сезоне в области Житесу. На озере Балхаш спасатели работают в режиме нон-стоп. В разгар летнего отдыха поток туристов продолжает расти. Сотрудники департамента по ЧС проводят рейды и разъясняют отдыхающим правила безопасности на воде. Четыре случая гибели на воде из 12 на водоемах области ЖТСУ зарегистрированы по линии ЧС. По остальным разбирается полиция. По словам спасателей, основная причина трагедии – купание в нетрезвом виде и на диких пляжах. Только на Балхаше около 20 зон отдыха. Площадь патрулирования вдоль озера составляет 15 километров. Поэтому дежурство нести приходится в напряженном графике. У нас штат всего 12 человек. Сейчас ежедневно на патрулирование выходят по 2 катера. Людей не хватает, нужны дополнительные кадры. Акватория большая. Если шторм, выходит в рейд вдоль побережья на автомобилях. В последние годы из-за ремонта дороги Балхаш был не настолько популярен для отдыха, как Алаколь. Однако жаркие дни вынуждают людей, несмотря на бездорожье, отправляться к водоему. А потому для сотрудников службы ЧС и здесь существует опасность потерь людей на воде. Особенно купание в ночное время. За такие нарушения полагается штраф до 25 тысяч тенге. Нами провели с начала купального сезона более 3000 рейдовых мероприятий. В рамках розданы были более 18 тысяч памяток. Соответственно, были проведены инструктажи. Через средства массовой информации нами опубликованы более 300 статей, видеороликов обучающих. Соответственно, во время рейдов мероприятия мы привлекаем к административной ответственности. С начала купального сезона мы привлекли более 60 человек совместно с департаментом полиции. Жалуются туристы и на недостаток сервиса на Балхаше. Берег усыпан в основном неблагоустроенными зонами отдыха. Озеро очень нравится. Для детей удобно, не сильно глубоко, песочек есть. Единственное, что убивает, это дорога. Было бы желательно, чтобы где-то и питание, чтобы люди вот этими баулами не ездили сами, что-то можно было бы приготовить здесь на месте, вот такое. Давайте будем делать не только Алакуль, Капчагай, но и наш старый любимый Балхаш. Возьми Балхаш, знаете? Нет благоустройства контейнеров для мусора, раздевалок, душевых кабинок. Ни одной уборной вдоль берега нет, а это влияет на общее санитарное состояние вдоль всего побережья. Дорогу, ведущую от села Липсы до побережья Балхаша, сдадут в эксплуатацию уже в сентябре, заверили представители руководства области. Затем приступят к строительству инфраструктуры вдоль озера. Гульнар Жантасова, Ардах Айбарулы, Куаныш Тургенбаев, Хабар 24, область ЖТСУ.